Всем добрый день! Сейчас готовлю очень вкусное тыквенное печенье. Для приготовления печенья нам нужно сливочное масло, чтобы оно было мягким. Добавляю сахар, одно яйцо, цедра лимона, сметана, тыквенное пюре. Чтобы приготовить тыквенное пюре, нужно взять тыкву и воду в соотношении 2 части тыквы и 1 часть воды. Если вы возьмете 500 грамм тыквы, значит нужно 1 стакан воды. Можно тушить под крышкой минут 15-20 до мягкости, затем измельчить блендером. Получится вот такое пюре. Или можно запечь в духовке в фольге и затем измельчить блендером. Добавляю лимонного сока где-то 1 столовую ложку. И добавлю немного соли. Сейчас частями добавляю муку, разрыхлитель, тыквенные семечки. И добавляю оставшуюся муку. Тесто должно получиться вот такое мягкое, оно немного липнет к рукам. Раскатываем все тесто в пласт толщиной примерно чуть меньше, чем 1 сантиметр, миллиметров 8. Пласт раскатанного теста слегка промазываю слоем желток и молоко. Сверху я еще посыпаю семенами тыквы. Перекладываем печенье в форму на пергаментную бумагу. Печенье готово, у меня получилось 2 вот такие формы. Сейчас я отправляю в разогретую духовку, выпекаться оно будет очень быстро. Как только зарумянится, печенье готово. Ориентировочно 12-13 минут. Наше вкуснейшее печенье готово, давайте его будем пробовать. Оно очень мягкое, очень вкусное, ароматное, аппетитное. Даже вид этого печенья вызывает аппетит. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и готовьте с удовольствием. Очень вкусно. М-м-м.